Всем привет, давно не выпускал видео. Сегодня у нас в разборе, а я горячий, сейчас только снимаю, вот такой вот аппарат Xiaomi Black Shark 2. Не хочет он отвлекаться, либо выключили. Да, вот такой вот аппаратик. У него, как сказал владелец телефона, при высоком морозе, то есть минус 50 или 51 градус, пропали свойства клея, в котором был установлен дисплей. Вот, сейчас я его прогрел, очень телефон горячий, грел при 75-80 градусах на... А, боже мой, какое... Нет, не могу, сейчас. На сепараторе. Вот, отклеился очень хорошо. В принципе, это видео подойдет как для разбора, так и для установки нового дисплея. Буду объяснять, как будто устанавливаем новый. Аккуратненько прогреваете поверхность, выключаете аппарат. После того, как выключили, аккуратно проходим по контуру дисплея. Мне просто это немного легче все будет, потому что он практически сам у него уже отвалился. Выкручиваем болт, берем пинцет, аккуратненько приподнимаем защиту, убедились, что ваш дисплей выключен, аккуратно, вернее, не дисплей, телефон, отсоединяем шлейф. Шлейф один, это основной, и вот он, шлейф дисплея. Вот таким вот образом. Аккуратненько приподнимаем его. Все. Приподняли и извлекаем его с рамки. В принципе, у меня это очень быстро заняло немного времени, потому что, я же говорил, он у него практически был выклеен. Дисплей оригинальный, нам надо будет сейчас зачистить вот здесь по контуру дисплея старый герметик и зачистить нашу рамку. Зачистить нашу рамку тоже от старого герметика. Вот он, видите, скатывается. Вот таким вот образом. Аккуратно все обезжирить, убрать все места, где у нас есть пыль, влага, грязь. И будем устанавливать его обратно. Пока приостановлю видео, как сделаю зачистку, продолжу к съемке. В принципе, все. Все зачистили, дисплей зачистили, рамку тоже. Смотрите, здесь плюс-минус то же самое будет происходить, что при замене дисплея. Вы защищаете рамку, защищаете контур от старого клея, от пыли, от грязи. После этого вставляете новый дисплей, подкидываете, проверяете его на работоспособность. Если все ок, то приступаете в клейке. Если есть какие-то проблемы, то, естественно, либо отдаете дисплей по гарантии, либо берете новый. Вот. Приступаем к клейке, берем вот такой клей, Т7000, называется, черный герметик. И наносим вот таким вот образом его на рамку. Вот так. Вот так. Здесь мы немного подтачивали, потому что металл был немного деформирован. И у владельца на дисплее там видно, то, что уголочек немного отбит. Скол такой маленький, стекла. Но это не критично. Герметик это все спрячет. Смотрите, когда будете чистить, вот где я сейчас носиком от клея прохожу, от тюбика, где красная вставка резиновая стоит, будьте аккуратны. Так, вот здесь нам аккуратненько нужно... Вот, видите, она шевелится. Здесь датчик. Нужно не залить этот датчик и установить его на свое место. Убираем. Делаем так, чтобы у нас на датчик ничего не попало. Он находится и снизу, и сверху. Вот так, видите, здесь немножко попало, но ничего страшного в этом нет. Давайте, знаете, как сделаем лучше? Уберем сейчас на время вот этот клей. Датчик, в принципе, резинка датчика чистая. Берем другой клей, вот такой, Е8000. Это у нас прозрачка. Берем и наносим вот сюда капельку на датчик и вот здесь рядом с датчиком, чтобы у нас нигде ничего не было проблем. Все, убираем этот клей, устанавливаем резинку на датчик обратно. Вот таким вот образом. Все, поставили. И продолжаем проливку основным нашим клеем Т7000. Вот так проходим, проливаем. Кто-то на полиуретановый клей ставит, кто-то на такие тэшки. Вот так, все подзалили, проверяем, все ли у нас залито клеем, чтобы нигде у нас не было попаданий влаги. Все, берем наш дисплей, устанавливаем шлейфик вниз, вот таким образом, и фиксируем его. Все, аккуратненько устанавливаем наш дисплейчик на штатное место. И, в принципе, все, ок. Готово. Берем резиночки и запаковываем наш телефончик.
В принципе, все, даем ему просохнуть 3-4-5 часов, и можно пользоваться дальше. Все, всем спасибо, всем пока. Момент, забыл, снял все резинки. Открываю еще раз дисплей. Вот таким образом убираю остатки, чтобы нигде никуда не затекло. Берем и ставим обратно наш чик. Не поставили защиту нашу обратно. Ну, вот таким вот образом она заходит. Так, есть. И берем отверточку и наш винтик. Где он есть? Ну, сейчас все. И кидаем все резинки обратно. Здесь я не доглядел и не поставил защитное на место. Пришлось заново скрывать его. Все, 3-4 часа после высыхания убираем весь герметик, остатки, которые дисплей повыдавливал со стороны дисплея самого. В принципе, все, можно пользоваться. Всем пока.